Приветствую всех на неуроках Maya 2018, и давайте рассмотрим в этом ролике вот именно вот этот мультикат. Так, подгружаем теперь в критах полигоны, примитивы, включаем сферу. Здесь можно чуть-чуть прибавить scale или отменить, если не нужно, вот new scene, или выделить и нажать delete на клавиатуре. Здесь также в критах есть в полигонах еще вот настройка интерактивный креатор. Вот если мы его поставим, то мы можем нажимать и вот так вот вытягивать сферу, как нам надо, не прибегая именно к скайлу. Так, вот такая штука. Теперь нам нужно 4 окна. А окна вот здесь. Нажимаем, поделили. Нам нужна ось Z. Вот это. Заходим, зажимаем пробел и колесико. Вот теперь мы в оси Z. И давайте посмотрим, вот есть здесь мультикат, также есть в инструментах сетки. Это вот здесь вот мультикат, это уже вы можете вызвать полностью окно. Что еще? Мультикат есть. Мультикат можно здесь отключить и переключиться Shift. Правая кнопка мыши, вот, вот здесь вот тоже есть мультикат. Вот он тоже тут включается, это мышкой, если работать. Так, что еще? Здесь можно теперь... Так, Ctrl-Z. Теперь нужно вот эти вот порезать части. Вот когда мультикат включен. Теперь переключаемся на Edge. И вот мы можем теперь ее резать. Ну, допустим, вот так вот поставить Edge и вот так поставить Edge. Ну, где-то в таком духе хватит 2. Теперь выходим именно в Object Mode, отключаем мультикат и находим вот эти Edge. Зажимаем Ctrl-Shift, переключаемся на Edge, выбираем нашу вот эту порезку и вот здесь вот тоже вторую выбираем. Выделяем через Ctrl-Shift левая кнопка мыши. Следом что делаем? Заходим теперь Mesh. Так. Edit Mesh. И находим Detach. Вот этот. Все, теперь переключаемся на Face. Жмем Ctrl-Shift. И вы видите, что произошло деление, разделение именно примитива. Если выделим вот этот объект, то можно переключиться на транспоз. И вот это все дело вот так вот передвигать. Что-то с ним делать. Ну, вот такая вот штукенция. Object Mode. Теперь можем выйти, выделить вот так объект. И зайти в Mesh и нажать Separate. Вот теперь у нас все поделилось именно на части. Можно выбирать и работать с любым. Перекручивать, допустим, что-то подгонять, где-то что-то делать. Ну, такая вот штукенция. Так, теперь все это дело, как говорится, delete, new scene, don't save. И давайте теперь на примере куба посмотрим, опять же, мультикат. Выберем, можно вот здесь куб выбирать. Опять же, вытягиваем его. И вот уже у нас, допустим, есть куб. Так, сетку можно отключить. И будем уже резать так, свободно. Можно открыть в инструментах сетки именно мультикат. Высвечивается вот такое вот окошко. Здесь всякие настройки. Можно ее чуть в бок вот так вот убрать. И немножко, наверное, чуть-чуть даже уменьшить. Не хочет что-то уменьшаться. Ну, ничего, сейчас мы ее чуть-чуть подкорректируем. Вот таким вот образом. И вот включен мультикат. Здесь есть у нас вот сбоку именно удаление фейсов, экстрадирование фейсов и настройки Step Shack Angle
смут, сколько вот именно сглаживать, и сабдивизии. Допустим, вот можно поставить один, можно три. Так, что тут еще? Ну, в принципе, давайте пробовать. Это все можно свернуть. Панелька будет сбоку. Ну и вот так вот через... Так. Давайте добавим сначала, что мы хотим сделать. Так, допустим, хотим delete, удалить фейсы. Ну и давайте их именно удалим. Бомс. Вот все. У нас осталась вот такая часть. Можем еще так удалять. Ну, словом, как надо, так и режем. Так, теперь Ctrl-Z, Ctrl-Z. И посмотрим еще одну функцию. Это вот именно экстракт фейсы. Нажимаем и смотрим, что она может дать. Вот вы видите, что мы делим. И она делит куб именно еще на части. Вот такая штука. Ctrl-Z, Ctrl-Z. Возвращаемся назад. Ну и посмотрим еще одну функцию. Это называется Ignore Backface. Вот этот. Вот таким вот образом можем резать. И вот теперь, если мы здесь еще вот так вот это дело проведем, здесь, допустим, это дело проведем вот так, без остановки. Так, почему-то сюда не хочет идти. Вот теперь захотела. Ну, вот такая вот штука. Нажимаем теперь Enter и нажимаем, вот вы видите, что теперь у нас разные полигоны. Но нам нужно выбрать именно вот эту вот через Ctrl-Shift, правая кнопка мыши, нажимаем Edge и через правую кнопку мыши или через Shift можно вот так вот выбрать именно вот эти вот лупы. Так, через Shift и через Shift вот так вот, Ctrl-Z. Ну, посмотрим теперь, как она отделится, да? Нажимаем Mesh, находим, так, Edit Mesh нажимаем и опять же Detach. Так, теперь переключаемся в Object Mode, переключаемся на фейсы и смотрим, что тут да как. Вот разделение прошло, и теперь можно все это дело вот так вот раскрывать. Бумс, бумс. Вот эту часть я забыл. Ctrl-Z. Ctrl-Z, Ctrl-Z. Немножко приблизить, переключиться на Edge, отключить то, что нам не надо. И смотрим, почему так. Вроде все правильно, все отмечено. Ну, попробуем еще раз. Edit Mesh Detach. Object Mode. Edge Mesh Detach. Теперь на фейсы выделяем, что тут получается.
Вот такая функция. И попробуем еще как так она будет работать. Detach. Вот теперь нормально все отделилось. Посмотрим, как она теперь вверх уведется. Вот все снимается, все хорошо, все прикольно. Вот такая штукенция. Ну, пока все. Всем пока, до свидания.